Итак, всем здравствуйте. Сегодня московский «Спартак» наконец-то одолел питерский «Зенит». Одолел в гостях со счетом 3-2. Вот. Я недавно купил себе новый шарф спартаковский. Вот он, вот. Вот. Вот с такой красивой картинкой. Вот. О. Картинка такая. Прикольная картинка. Вот. Это новый шарф спартаковский. Взамен старого. Ну, вернее, не взамен, а в дополнение к старому, к своему. С 96-го года. Золотого. Вот. И вот по первый матч с этим шарфом. Правда, на стадионе меня не было. Я в Питер поехать не сумел. Заболел. Вот. Как видите, горло болит. Кашель. Температура. Но все равно душой я был на Петровском. С нашей командой. Вот. Вот мой старенький шарфик. Он тоже счастливый. С ним мы становились чемпионами не один раз. Его, естественно, оставлю. Не буду выкидывать. Вот. И вот с новым шарфом «Спартак» наконец выиграл у «Зенита». Ура! Мы продолжаем бороться за Лигу чемпионов. Вперед, «Спартак»! Ура!